Таким образом, документ, который мы называем основным законом или Конституцией Украины 96 года, себя как то, что можно, то, что создает устойчивую структуру государства, себя исчерпал. Более того, скажу, что он исчерпал себя на момент 2004 года. Ну, мне кажется, что он, собственно, исчерпал уже на момент 2000 года себя. Ну, попытка его реформирования была, по-моему, референдум Кучмы. Но мы и помним, как он делался. И результат, например, по Франковской области в 121% проголосовавших. Ну, все-таки там максимально было 117. Ну, вот, 117%. Или нет, даже 115. Там было 115, 107, вот такие результаты. Вот, и это вызывало определенные вопросы и смешок.